Это республика Крым, ну, как бы новое звено Федерации Российской. Так что тоже пытаемся что-то выиграть. Зал прекрасный, зрители добродушные, все, размещение удобно, все. Самое главное, что много борцов сильных. У моих крымских спортсменов шансов нету никаких. Ну, потому что у меня молодые ребята, только у меня команда на будущее. На следующую, думаю, что да. Как вы оцениваете наших якутских спортсменов? Ну, прежде всего я ставлю на Лебедева, там видно будет.